На сегодняшний день наши представления таковы, что это группа опухолей, которая развивается из интерстициальных клеток кахаля, так называемых. Они имеют нейроэктодермальное происхождение, располагаются в норме в межмышечном нервном сплетении, в стенке полых органов желудочно-кишечного тракта и выполняют своего рода роль пейсмейкера или водителя ритма перистальтики этих полых органов. То есть это такие клетки, которые, в общем, имеют промежуточные характеристики между нейрогенными и мезенхимальными. Что касается локализации, где GST встречаются, то она очень обширна, и несмотря на то, что большая часть развивается в желудке, это 54-60%, может встречаться эта опухоль во всех отделах кишечной трубки, начиная от пищевода, что, правда, бывает редко, но тем не менее встречается, и заканчивая прямой кишкой. И также в ряде случаев может развиваться в аппендиксе. Около трети случаев развивается в тонкой кишке. И есть часть случаев, так называемых вне или экстрагастроинтестинальных стромальных опухолей, которые составляют менее 1%, но теоретически тоже могут встречаться. Это может быть большой сальник или брыжейка, или даже забрюшинное пространство, но все-таки на сегодняшний день считается, что большинство подобных образований это либо метастазы невыявленного гастроинтестинального образования, либо так называемые отшнурованные в просвет брюшинной полости узлы гастроинтестинальной стромальной опухоли. На сегодняшний день это, как и многие другие опухоли, которые мы ранее считали какими-то гомогенными или мономорфными, это гетерогенная группа, которая включает в себя целый ряд образований, которые могут существенно отличаться по биологии, морфологическим проявлениям, а также по их клинико-эпидемиологическим параметрам. Если мы возьмем основную часть GISTов, то, как правило, это опухоли, которые имеют мутацию в гене KIT или в гене PDGFRA. И это составляет около 85% всех гастроинтестинальных стромальных опухолей. И третья по частоте группа – это опухоли с дефицитом succinato-дегидрогеназы. Это могут быть разные вовлечены субъединицы или подтипы succinato-дегидрогеназы. И отличаются они существенно по эпидемиологии. Так, если большинство KIT-мутированных опухолей – это опухоли людей среднего возраста, средний возраст – это 60-65 лет, они, как правило, имеют веретеноклеточную морфологию и совершенно разную локализацию, то опухоли с дефицитом succinato-дегидрогеназы – это, как правило, более молодые люди, и подавляющее большинство подростковых или детских GISTов – это как раз вот опухоли, связанные с дефицитом succinato-дегидрогеназы, который может быть в том числе наследственным. И вот эти две группы PDGFRA мутированные succinato-дегидрогеназ дефицитные опухоли, как правило, имеют эпителиоидную морфологию и чаще встречаются в желудке, чем в других отделах желудочно-кишечного тракта. Кроме того, вы видите, что в небольшой проценте случаев при GISTах могут выявляться и другие мутации. Это BRAF или RAS мутации, которые также активируют мапкиназный путь, как и KIT, но только на несколько более низком уровне. Это может быть мутация с вовлечением NF1 гена, в том числе в рамках нейрофиброматоза первого типа, но это очень редко, но возможно. И сейчас большой интерес представляет вот эта группа. Могут встречаться мутации в гене НТРК, различные фьюзии, как и в других мезенхимальных опухолях. И это новая терапевтическая мишень, поэтому об этом имеет смысл помнить. Но что касается морфологии. Морфология очень разнообразна, очень гетерогенна, и проявления могут быть совершенно различные. И вот такое вот большое протяжение по всем отделам желудочно-кишечного тракта и гетерогенная морфология, конечно, заставляет думать об очень широком дифференциально-диагностическом ряду, когда морфолог сталкивается с подобными образованиями. Чаще мы, конечно, имеем дело с веретеноклеточными опухолями. Это характерно и для желудка в большей степени, и для кишечных GISTов. Они могут формировать разного размера пучки,
могут формировать участки вот такие по типу отросшитых перивоскулярных бесклеточных зон, что может заставлять дифференцировать их с нейрогенными истинными опухолями, могут быть более солидными, более округлыми, эпителиоидными, не формировать пучков, иметь разную степень клеточной плотности. И одна из характерных черт, которая описывается в гастроинтестинальных стромальных опухолях морфологических, это вот наличие такой перинуклеарной вакуоли или просветления, из-за чего формируется такой силуэт клетки по типу рожка с мороженым. Видите, вот это очень хорошая микрофотография, где очень много таких рожков. Но это признак не очень специфичный и, к сожалению, не так часто представленный, как хотелось бы, чтобы чувствовать себя комфортнее в такой диагностике. Вот примеры того, что клеточность в плане клеточной плотности может существенно разниться, и клеточная морфология может существенно разниться. Большинство джистов, конечно, это опухоли, которые имеют довольно мономорфный клеточный состав, но могут встречаться исключения, хотя здесь, вы видите, тоже есть перинуклеарные вакуоли, вот эти вот, которые напоминают там рожки. Что касается иммунофенотипа, то он довольно постоянный, и классические это, конечно, опухоли, которые экспрессируют цикит и CD34. Но видите, как разнится частота? Несмотря на то, что большинство опухолей CD117 позитивны, в ряде случаев они могут быть отрицательны. Как правило, это опухоли, которые не несут CKIT-мутации, понятное дело. Чаще это PDGFR мутированные образования. Что касается CD34, то частота его экспрессии снижается по мере, скажем так, удаления от желудка. То есть чаще всего именно опухоли, локализующиеся в желудке, экспрессируют CD34. За его пределами частота встречаемости этого маркера гораздо ниже, а также в эпителиоидных опухолях. Но что, собственно, интересует морфолога в контексте дифференциальной диагностики, так то, что GIST-ы имеют спектр экспрессии других маркеров, в том числе опухоли, с которыми GIST-ы нужно дифференциально диагностировать. Это и гладкомышечные маркеры, причем гладкомышечный актин встречается почти в трети случаев. И да, как правило, это все-таки какая-то пятнистая или фокальная экспрессия, но могут быть в том числе и GIST-ы с диффузной экспрессией гладкомышечного актина. Это в ряде случаев создает диагностические сложности. И проблема в том, что более специфичные гладкомышечные маркеры и десмин, и кальдесмон тоже в ряде случаев могут быть позитивны в GIST-ах. Как и нейрогенный маркер, скажем, С100, в части случаев позитивен, а отчасти это, конечно, обусловлено происхождением этой опухоли из клеток, которые имеют, в общем, такой генез. И что самое неприятное, в небольшом, пускай, проценте случаев, но тем не менее могут быть и экспрессия цитокератинов. Это создает дополнительные сложности, особенно если мы имеем дело с опухолью с эпителиоидной морфологией. Вот пример опухоли эпителиоидной. Мы видим, что клетки довольно круглые, с хорошо развитой цитоплазмой, несколько эксцентрично расположенными ядрами, включениями эозинофильными в цитоплазме. И это пример PDGFR мутированной опухоли, которая, как я уже сказала, как правило, не экспрессирует CD117. Но в данном контексте нам существенно помогает такой маркер, который относительно новый, но сейчас довольно широко уже вошел в нашу практику, это DOG1. Он позволяет поставить диагноз GIST-а примерно в половине CD117 негативных случаев. Ну, как мы понимаем, то есть у нас 95% GIST-ов CD117 позитивны, 5% негативные из них, половина, экспрессируют DOG1, у нас все равно остается 2,5% случаев, которые не экспрессируют ни один из маркеров. То есть мы можем столкнуться с ситуацией, когда опухоль с морфологией GIST-а, с клиникой GIST-а не имеет иммунофенотипических признаков этой опухоли. Это, конечно, дополнительные сложности. Что касается succinat-дегидрогеназа дефицитных образований, как я уже говорила, они встречаются, как правило, в более молодом возрасте. Здесь мы видим, вот опухоль довольно солидная, не формирует никаких пучков, но мы тоже можем обнаружить перинуклеарные вакуоли, которые заставляют нас думать о том, что это может быть именно гастроинтестинальная стромальная опухоль. И сейчас доступны, в принципе, за рубежом-то точно, антитела, которые позволяют определить потерю succinat-дегидрогеназы B,
В чем удобство этого маркера? В том, что этот белок теряется вне зависимости от того, ген какой из субъединиц дегидрогеназы вовлечен в патогенез. То есть даже если у нас другие гены, и в том числе эпигенетические механизмы регуляции вовлечен, что бывает чаще всего при потере сукцинат дегидрогеназы С, то этот белок будет теряться, и мы можем выявить все опухоли с любыми типами сукцинат-дегидрогеназы дефицита. Есть белок сукцинат-дегидрогеназы А, который позволит выявить специфично мутацию в гене сукцинат-дегидрогеназы А. А у нас в стране, к сожалению, эти антитела малодоступны в силу регуляторных проблем в первую очередь. А так это довольно эффективный способ. Но помимо того, что у нас разные морфологические проявления, разный иммунофенотип, мы можем вот посмотреть, какова частота PDGFR мутации в KIT-негативных опухолях и в KIT-позитивных опухолях. Как правило, все-таки это опухоли, которые не только не имеют экспрессии, но и не имеют мутации в гене KIT, потому что в большинстве случаев это взаимоисключающие мутации. И если мы имеем фенотип CD117 негативный, конечно, это в определенной степени является предиктором молекулярной перестройки и должно заставлять направлять материал на тестирование помимо KIT еще и PDGFR. Но и сами мутации в гене KIT, это тоже как-то не одна мутация, это огромное количество различных перестроек. И вот если мы возьмем мутацию в экзоне 11, которая является самой частой перестройкой в этом гене для GISTов и встречается примерно в 2/3 случаев, то и мутации в этом экзоне тоже могут быть очень разными. Во-первых, они могут быть разными по своему характеру, это могут быть делеции, какие-то другие перестройки. И сам экзон очень длинный, и в разных отделах экзона могут встречаться эти перестройки, и это может находить свое отражение в том числе и в течение, возможно, заболевания, в чувствительности к терапии. Но в первую очередь это создает, безусловно, сложности для тестирования. То есть у нас нет какой-то одной простой перестройки, которую мы могли бы искать. У нас есть целый большой набор различных участков, которые могут быть перестроены. Это требует, в общем, другого, более щепетильного подхода к тестированию. И, как я уже сказала, мутации в разных экзонах приводят к тому, что опухоли имеют еще и разную чувствительность к терапии, разный ответ. И вот пример того, как текут опухоли с мутациями в экзоне 11 и второй по частоте мутации в экзоне 9. То есть гораздо ниже частота и частичных ответов, и гораздо выше частота прогрессирования заболевания даже на фоне таргетной терапии. Поэтому в таком контексте, безусловно, конкретная молекулярная перестройка является не только каким-то прогностическим параметром, но и предиктивным параметром и должна быть учтена при выборе терапии. Более того, на сегодняшний день есть данные о том, что мутации в тех или иных участках гена KIT и мутации в гене PDGFR свидетельствует о том, будет ли опухоль отвечать на ту или иную дозовую режим терапии, то есть позволяет выбрать еще и дозу терапии. Но и, к сожалению, на таргетной терапии опухоли прогрессируют, и GIST не является исключением, и возникают вторичные мутации, приобретенные. И они тоже известны, они, как правило, в гене KIT возникают в 13 и 17 экзоне. И есть, опять же, разные пути преодоления резистентности на фоне, в том числе, вторичных приобретенных мутаций. И это отражается, безусловно, на выживании пациентов, даже в том числе на таргетной терапии. Есть данные о том, что опухоли с мутацией PDGFR текут лучше, чем опухоли с мутацией в KIT, и в зависимости от того, в каком экзоне находится мутация, мы тоже видим существенное различие в показателях выживаемости. Вот. Но помимо молекулярно-генетических факторов, которые являются как предиктивными, так и прогностическими, на сегодняшний день все равно не теряют своей актуальности и анатомические факторы прогноза, которым, как и раньше, относятся размер образования
его локализация, а также количество митозов. И если раньше в предыдущей версии классификации мы считали количество митозов на 50 полей зрения, у нас был котов 5 штук на 50 полей зрения, то, как во многих других локализациях, мы уходим от полей зрения к миллиметрам квадратным. Это связано с тем, что оптическая техника может существенно различаться, и диаметр поля зрения может существенно варьировать. И когда мы еще говорим о большом количестве полей, это, в общем, накапливаются эти различия, и это приводит к тому, что оценка степени прогноза и степени риска прогрессирования может существенно варьировать в зависимости элементарно от того, какой мы микроскоп используем. Для того, чтобы унифицировать вот этот подход, мы, конечно, уходим к единицам измерения в системе Си. И фактически вот это 5 миллиметров, это 20-25 полей зрения на обычном стандартном микроскопе, на большом увеличении в 400 раз. То есть мы вдвое уменьшили количество полей зрения, а количество митозов осталось прежним. Вот, вот эта раскладка на прогностические группы, она тоже осталась прежней, то есть остались вот эти пороговые значения 2, 5, 10 сантиметров, 5 митозов теперь только на 25 полей зрения. И если раньше у нас вот эти вот первая, вторая, третья группы считались доброкачественными GIST-ами, и у нас была группа промежуточных и злокачественных GIST-ов, то сейчас они все считаются злокачественными, все кодируются дробь 3, но вот эта вот группировка на ВОЗовские категории позволяет оценить риск прогрессии. То есть это просто стратификация риска, и в том числе один из факторов, который влияет на выбор адъювантной терапии. Ну, собственно, пожалуй, все, что я хотела сказать сегодня.